Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Смотритель кладбища. Ну что же, я потихонечку за кадром подготовился. Я собрал себе 3 звездочки репутации, и мы с вами отправляемся в нашу таверну. Подожди-ка, таверна. Я забыл взять листовки, а там они нужны будут. Так, с кстати, алкоголя нужно будет взять, да? Потому что нам нужно будет сразу же все это дело выставить на продажу после того, как мы с вами сделаем рок-фестиваль. Шучу, на самом деле будет комик-фестиваль сегодня для смотрителя маяка. Я думаю, что начнем именно с него. Хотя можно было бы, наверное, в принципе, и Шармельку позвать для того, чтобы она пела. Так, что нам там нужно? Листовки, это я точно помню. Листовки, по-моему, Вера нужна и... Блин, и еще что-то нужно, что я забыл, ребят. Ну, посмотрим, телепортнемся, ничего страшного не будет. Так, где у нас? Таверночка, давай-ка заценим, что у нас тут, ребята, нужно. Ой, подожди, не то, вот. Все, у нас хватает. Комедийный стендап. Хе-хе, ну что, будем делать? Так, дай-ка я посмотрю, что у нас тут по выручке. 42 серебра, нормуль, сгодится. Ну что, давайте сделаем тогда комедийный стендап. Хотя песня Шармель тоже как бы нужна. Ну, поехали. Однажды я поймал 3-метрового сома. Пришлось отпустить. Все равно никто бы не поверил. Моему приятелю-рыбаку не везет. Вчера отпраздновал 10-летие своего червя. Моя жена хотела похудеть и занялась конной ездой. В итоге конь похудел на 10 кило. Это что за шутки такие? И? Это было эпично, приятель. Гляди, они ждут моих автографов. Забирай приглашение Мельника. Ха, местное шоу гораздо круче, чем городские. Так, забрать у Мельника древнюю отмычку. Отлично, ребята, наконец-то. Так, открытый микрофон получил достижение. Так, и сразу же с вами выставляем алкоголь. Нам нужно, потому что с вами 3 звезды. Нам нужно 3 звезды. Для того, чтобы мы смогли здесь еще Шармельку позвать. Слушай, я думал, что потратятся, но почему-то никто не ест мои луковые колечки, ребят. Кому-то не нравятся они, по-моему. Так, приглашение на шоу комиков. Отлично. Так, ну что же, мы с вами отправляемся к... Кому? Не к фермеру нам нужно, это однозначно. Блин, и у нас ночь на дворе, хотя уже сейчас наступит утро. Долго он там выступал, этот смотритель маяка. В общем, идем с вами к Мельнику. Нам нужна древняя отмычка. Почему-то я ее раньше называл деревянная. Вот, мы как только ее получаем, у нас будет в сборе 3 артефакта. И это классно, на самом деле. В принципе, для чего мы это все и делаем. А для чего же тогда мне Шармель нужна? Чтобы просто пела? Чтобы давала какую-то огромную репутацию моей таверне? Может быть так, а может быть я ошибаюсь. В любом случае, нам нужно ждать с вами Мельника. Мельник, выходи. Кстати, вот я вот думаю, а что если нам вот здесь, вот, ребят, с вами, да? Вот это у нас, я так понимаю, какой-то могилка. Ее просто привести в нормальный вид. То есть поставить здесь оградку хорошую, да, крестик хороший. Здесь же кто-то похоронен. Вот только кто, пока неизвестно. Вот, вот он, родной, вышел. Я так устал без работы. Отдать приглашение. Потрясающе, ты справился. Вот твое приглашение. И удачи на конкурсе. Знаешь, если честно, я передумал. Городские состязания, они ужасно скучные. Все куплено. Так что это приглашение мне больше не нужно. Ну вот, начинается и... Разреши мне принять участие в местных комик-шоу. Они великолепные. Тогда отмычка твоя. Ну, ради бога. И, ребят, я все-таки получил эту отмычку. Я уж думал, сейчас скажет, давай-ка проведи конкурс у себя в таверне еще и для меня. Думал, ну вот, приплыли. Так, ну что же, я отправляюсь прямиком к Герри. Мы с вами будем смотреть сейчас ролики и дальше разбираться в этой истории. Надо будет еще, конечно, все это дело с Шармель провести, да? Там, как говорится, пение ее и так далее и тому подобное. Может быть, конечно, это и не обязательно. Но все равно надо будет сделать. Тем более алкоголь я там наварганил.
Так, Герри меня уже, наверное, там заждался, бедняга, бедолага. Ну что, Герри, принес я тебе 3 артефакта. Давай. Подожди, отдать медальоны... Тьфу ты, ребята, это мой косяк. Это мой косяк, а знаете почему? Потому что я это все дело забыл в доме у себя. Да, я это все выложил, мне нужно было здесь кое-чем заняться. И нужно было мне место в инвентаре. Кстати, вы заметили небольшую... Погоди-ка, а куда я их выложил? Опять тупанул, ребят, я это все выложил у себя в таверне. Ладно, хорошо, хотя бы алкашечку заберем здесь. Так, я могу что-нибудь создать? Здесь мне не хватает воды. Этот у меня винишко делает. Вы заметили, да, что я сделал винодельню зомби? Теперь у меня зомби там работает. Так, здесь мы так сделаем бражечку. А здесь у нас хватит на что-нибудь? Нет, как всегда, ни на что не хватает. Так, а создать могу. Но не буду, потому что мне нужно все это дело отдать нашему зомби. И пускай он себе там крутит потихоньку вино. Кстати, я еще немножко на огороде себе поменял. Я поставил вторую зомби-ферму. И теперь у меня там зомби выращивают непонятно что. По-моему, я даже ничего не заказывал. Уж слишком это все дорого стоит. Там нужно определенное количество семян, чтобы он приступил к работе. А у меня столько семян не набралось. Поэтому он у меня там просто простаивает. А второй занимается пшеницей, если вы хотите знать. Так, ну что, где-то здесь, ребята, я оставил, по-моему, в сундуке. Да-да-да, именно. Зачем я, скажите мне, телепортировался? Ну, все позабыл. Ладно, бывает. Так, подожди, дайте-ка я бухлишко, наверное, выложу, да? У меня есть? Нет, брага мне пригодится, это не то. Ну, давай. Отдать древнюю отмычку. И что, наш мельник? И вправду ворюга? Наверное. Так. Следующий, ребята, видосик. Чего приуныл, дружище? Нам ведь даже не пришлось выкручивать ему руки. Пароль. Отвали, Крезвальд. Верно, Луциус. Ключи у вас? Все 6? О да, Харадрик-то наш сработал как профессионал. Папашу связал, весь дом перевернул. Я прав, приятель? Джоу ждет. Давай быстрее покончим с этим. Так, что они тут задумали? Интересно. Так, Джоу стоит, да? Нет, это не Джоу, по-моему, или он. Где вы шлялись, Люциус? Два легионера не могли справиться с немощным старикашкой? Ого. Начинаем. Ты, портал, слушай и внимай. Мы хотим избавиться от древнего бога, его законов, молитв и всей прочей херни. Еще мы хотим научиться строить дома, шить одежду и выращивать еду. А еще дай нам силу, чтобы другие все это делали за нас. Что? Луциус, зачем? Так. Открываем, ребята, древний портал. И сейчас что-то произойдет. Опа. Приветствую вас, дети мои. Ты еще кто, дядя? Я дарующий знания, которое пробудит и преобразит ваш ум. Я дарующий навык, который сделает ваши руки сильными и умелыми. Я учитель. Ну, мужики, это мы знатно вляпались. Вы поняли, да? Отсылка на кого? Кто там прибыл? Узнал ведьмину гору? Там смотритель собрал эту машину. Так, получено достижение свидетель. Похоже, он был очень умным. Он был гений. Знаешь, мне даже немного жаль его. Только представь, в самый последний день службы он использовал свою машину. Что-то пошло не так. И вот он, результат перед тобой. Увы, продолжим? Продолжим, конечно, ребята, обязательно отдать медальон жреца. Вот медальон принес Дик, обменял его на крепкий алкоголь. Крепкий алкоголь? Ты должен был принести его мне.
Мужик, ну что ты меня так разочаровываешь, а? Герри вечный бухарик. 3 года спустя. И в конце концов, благодаря кому небо еще не упало на землю, это все благодаря древнему богу. А ваш учитель даже самый завалящий дождь вызвать не может. Старый Дигус верно говорит. Учитель даже ни одного слепого не исцелил. Что же нам теперь делать, Дигус? Причешитесь, сделайте виновные лица и ступайте за мной. Что думаешь об этом, Крисвальд? Хороший солдат не думает, хороший солдат исполняет свой долг. Я решил служить учителю Харадрик, все. Смотрите! Учитель, это учитель, да-да, учитель, вот он. Ты опоздал, они больше не твои. Конечно, Дигус, и не твои, они свои собственные. Люди, древний бог дал нам солнце и луну. Это просто молекулы, как я, ты или древний бог. Наш бог прощает нам все грехи. Если нет религии, то нет грехов, верно? Наш бог разрешает нам работать по выходным. Это прекрасно, но теперь вы можете не работать вообще. Мы введем пособие по безработице. Ура! Долгой жизни, учитель! Ух ты, круто! Прости их, древний бог. Они не понимают, что делают. Тут дебаты типа были, да? Ну ладно. Что-то я начал волноваться. Где я в прошлом? Слушай-ка, а может быть ты был черепом? Не всегда? Да, и кем я был? Невинным позвонком? Тазобедерным суставом? Может, ты был мужчиной или женщиной? Женщина. В таком случае, я надеюсь, у меня была роскошная фигура. Так, ребята, мы с вами смотрим 3-й видосик. Вот, держи кинжал и давай забудем, во сколько он мне обошелся. Как пожелаешь. Ага, запускаем и смотрим. Ступай с миром, наш покойный друг. Это Дигус? Счастливого тебе пути через древний мост в землю мертвых. Боже милости, вы опять. Что у него? Не получается. Привет, Дигус. Пап, знаю, ты на меня зверски зол, но как насчет взглянуть на ситуацию трезво? Конечно, почему бы и нет? Давай трезво поступим, например, на акведук вода. Где же вода? А я знаю. Наш бог покинул нас, теперь ни воды, ни еды, ничего. Дигус, при чем здесь какая-то вода? Речь об идее. Учитель научил нас всему, и теперь мы построим прекрасный новый мир. О боже, мир, Крезвальд, попытайся для начала вернуть воду. Вы все как будто издеваетесь. Чейн отказалась со мной говорить. Ты отец вот тоже. Я тебе больше не отец, Харадрик. Ух, разлад пошел. Разлад, это плохо. Мне срочно надо выпить. Погоди-ка, а где мой коньяк? Мы ведь так и не нашли его. Пши. Вот у последнего смотрителя моего, дорогого друга, всегда было чем промочить горло. Какие пьяные оргии мы с ним устраивали, ух! И он никогда не вспоминал о своей семье? Ну, по правде говоря, каждый день. Скучаешь по нему? Есть немного. Кстати, следующая вещь это... древняя пряжка на ремне лесоруба. А другая вещь, вот, читай. Глиняные черепки. Чего-чего? Черепки древней вазы? И они у Адама? Так, взять глиняные черепки у Адама.
Адам это сын, ребята, фермера. Ну, он занят, он там... Он даже со мной разговаривать не будет, ребята. Он боится, что отец его отругает, если он не успеет там к полудню завершить свои дела. Но он почему-то их вечно там делает. Так, ладно, пойдемте мы с вами... Блин, я не выложил артефакты. Ну, ладно, потом все равно вернемся и все сделаем. Нам нужно просто до наступления ночи успеть поговорить с Адамом. Так, где у нас Адам? Вот он стоит. Надо дела сперва закончить, а то папка рассердится опять. В плане? Эй! Погоди, 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 погоди. Так, если я не ошибаюсь, это, ребята, и есть Адам, да? Это и есть Адам. Сейчас посмотрим, ребят, кто у нас Адам. Погоди. Со спокойным голосом. Взять глиняные черепки у Адама. Оу, я ошибся. Я ошибся, ребята. Адам это у нас, оказывается, гончар. А почему я всегда думал, что Адам это сын фермера? Фу. Хорошо, где у нас гончар тогда находится? Давай посмотрим. Гончар находится где? Ага. Чуть выше вот этой таверны. Где-то вот здесь он должен быть. Блин, я не успею, наверное, да? Так, это Роза. Роза это у нас, да, я понял. Это у нас со своим хозяйством. А где Адам? А вот он. Подожди-ка, это же не Адам. Это пчеловод. Погоди-ка, в чем проблема-то? Так, гончар. Ну вот же он должен быть здесь. В чем проблема-то, не могу понять. Куда вы дели гончара? Блин, сейчас, ну, ребят, уже ночь наступила. Дрить, колотить. Ладно, пойдем тогда мы сходим, выложим артефакты наши, да? В нашу таверну. Фи. И гончара мы с вами профукали. Так, Дигус еще сидит там. Что же все-таки произошло здесь, а? Мне это лично очень интересно узнать эту историю. Так, давай-ка поставим сюда кинжал легионера. Так, успешный череп. Я получил достижение. Дальше медальончик. И древнюю отмычку. Все. Но тут еще места есть. У нас довольно много для этих артефактов. Две звезды, кстати, мы уже с вами насобирали. Не хватает, да, третьей звездочки для того, чтобы можно было бы запустить песню Шармель. А нам для этого не хватает просто-напросто алкашечки. Хотя тут, смотрите, еще. Да, еще 13 бутылочек лежит. Алхимический рецепт. Давайте, ребят, посмотрим, что это у нас за рецепты такие. Так, персонаж. Использовать. Вы открыли новую технологию и получили знания. Создать эликсир восстановления. Постепенно восстанавливает здоровье. Ага, понял. Так, создать консервант. Что новенькое? Создаем клей. Слушай, ну я вот получаю эти рецепты. Они, мне кажется, все-таки где-то мне пригодятся, в конце концов, в скором времени. Так, интересно, жалко, что здесь я не могу отдохнуть, поспать, да? Так было бы прикольно, чтобы я в своей таверне мог кеморнуть. Так, у меня есть пшеница, но я не буду ее перерабатывать в муку. Она мне пригодится для пивасика. Так, ну что, ночь еще, блин, еще долго до утра нам ждать. Блин, неохота мне туда идти, высыпаться. Жалко, нету какого-нибудь здесь пристанища, да? Зашел, отдохнул себе спокойненько и пошел опять по своим делам. Ладно, мы кеморнем, потом телепортнемся, и нам нужно найти этого гончара, Адама. Где он там спрятался, я пока не пойму. Можно, в принципе, еще раз глянуть по карте. Может быть, это молочница, а не гончар. Это кузнец, это у нас курица, да? Ну, тут мы покупаем яйца и так далее. Тут у нас лесоруб. Это плотник. Это кузнец. Ну, по идее, вот это должен быть гончар. Хотя, ребята, вот здесь я... Корова, да? Скорее всего, это молочница. Это таверна моя. Слушай. Так, а вот это кто у нас? А, ну это у нас этот. Здесь мельник, это фермер. Подожди, а где же тогда гончар-то у нас? Адам этот. Так, давай-ка еще раз глянем. Я ведь помню, где-то я его видел. Он мне встречался по пути. Адам. Со спокойным голосом. Взять глиняные черепки у Адама. Хм,
пчеловода мы видели, да, с вами? Сын фермера. Чё-то я прям вот растерялся, если честно. Где у нас там находится Адам? Да не может быть такого, чтобы я его не нашел. Да иди ты... Не в этом плане иди, я имею в виду... Стой здесь, создать. Видите, ребята, чтобы нам сделать, например, 40 красного вина, нам нужно 60 винограда. То есть везде по 60. Не хватает совсем по чуть-чуть всего. Как только насобираем, сразу же заварганим. Так, ну что, кимарнем. Надеюсь, не проспим мы с вами наше утро. Ага, у меня энергии-то полным-полно, поэтому время и не пошло отчитываться. Так, ну зато могу вам показать, что я сделал себе здесь на огороде. Вот, ребята, у меня, видите, первый зомби, вот второй зомби. Опять же, для того, чтобы что-то нам создать, ага, мы можем пшеничку засеять, 32 штуки. Пускай варганит, почему бы и нет, что он будет простаивать. Так, и можем, да ничего не можем. Везде, видите, прекрасно, ребята, сколько нужно семян? 24. С ними какая-то просто проблема. Тут немножко еще ящиков себе поставил, дополнительных. Но пока в них ничего нету. Так, брага у меня. Так, ягодная брага, это все понятно. Так, ягодки обязательно соберем. Так, у нас день молитвы, что ли, сегодня? Я смотрю, вон, ребята, этот идет, церковник. Епископ, или как его там величать. Хорошо, раз он уже пошел на службу, значит, утро наступает. Так, Адам, куда ты запропастился? Где ты можешь у нас спрятаться? Здесь, естественно, ребят, на полях его нигде нету. Это я вам точно говорю. Где-то в деревне. По идее, я проходил и видел, где-то там глиняные горшки, всякая такая утварь лежит. Так, это у нас пчеловод. Это у нас пчеловод. Это у нас таверна. Так, молочница, ребята, вышла. Да? Торговать молоком, судя по всему. Блин, да где же ты, а? Гончаришка, где ты спрятался у нас? Я все равно найду. Так, это у нас курятница. Так, это у нас кузнец Крезвальд. Тут у нас, я не знаю, что такое, ребята. О, ягодки. Почему ягодки собираю, ребят? Ну, чтобы сделать себе брашки ягодной. С этими ягодами, честно говоря, большущая проблема. Ну, что ты не собираешь-то? Парень, давай соб... не хочет почему? А почему ты не хочешь собирать? Именно вот с этой стороны ему нужно, чтобы он смог. Понятно. Так, хорошо. Здесь тоже ничего. Да погоди-ка, ну где же ты? Может быть, нам нужно туда выше подняться? А вот он, вот он, вот он, вот он, ребята, Адам. Вон он стоит. Нашел я его наконец-то. Говорить. Спросить о глиняных черепках. Еще один день, еще одно разочарование. Что нового? Адам, мне нужна одна крайне незначительная вещь. Глиняные черепки и древние вазы. Ты ведь отдашь их даром, верно? Бесценные черепки и бесценные вазы даром? Нет, конечно. Господи, да вы все издеваетесь надо мной. Для начала улучши таверну, чтобы гости могли наслаждаться моими черепками в качестве экспонатов. А после этого еще кое о чем тебя попрошу. Что ты опять тут придумал? Поднять качество таверны до сорокового репутации и вернуться к Адаму? В плане до сорок... А как я тебе это сделаю? Ребята, а какая у меня репутация вообще в таверне? Давай посмотрим. До 40-го прокачать надо. Совсем что ли ошалел, парень? Я тут как бы... Мне, наверное, придется, ребята, чтобы Шармель выступала. Скорее всего. Именно этого и не хватает мне для фулочки. Блин, а для этого нужна третья звезда. С третьей звездой опять проблема. Это нужно много-много-много алкоголя. Так, ну... Подожди. А что это я здесь могу раскопать? Да ничего, просто раскопал ерунду какую-то и все. Я думал, может, какой-нибудь там кладик найдем. Так, войти.
Качество таверны 22, всего лишь 22. Хорош, вы издеваетесь надо мной. Блин, песня Шармель. Я не хочу, ребята, тратить звездочки, потому что нужна песня Шармель. А положите сюда тоже ничего не смогу. Все артефакты я уже выложил. Стол я тоже построить не могу. Дополнительный, ведь так? А, расширить таверну. Так, 30 брусов, 30 камней, все, я поехал. Я полетел, ребят, домой. 30 брусов и 30 камней. Так, где у меня телепорт? Вот он. Полетели в милый дом. Так, ну что, 30 камней, да, значит? А с камнями-то у меня совсем, ребят, засада. Ладно, хорошо, тогда давайте сделаем с вами 30 брусов пока. Так, брус, 30 штук мне нужно. Вот так вот. Приступаем. Я говорю, приступаем к работе, елки-палки. А почему у меня поставка камней не идет, а? Я же вроде бы не отменял ее. Ладно, мне придется сходить, ребята, в дальние края. А точнее, в свои шахты, чтобы это дело исправить. Пускай они тут все завалят мне камнями. Ну-ка посмотрим, я могу? Кусок камня. Нет, не могу, мне не хватает камней. Камень вот сюда, ребята, приносят зомби, когда я даю добро на транспортировку. А я, по-моему, отменил и поставил себе медь. Этот у меня всю древесину таскает, но, как видите, древесины у меня там полно, и поэтому толк. Фонари, ребята, я поставил везде вдоль дороги, кстати. Я думал, что они будут стоять и летучих мышей не будет. Ничего подобного. Это не помогает. Летучие мыши как ночью летали, так и летают. Опа-на, а здесь-то я фонарик забыл влепить. Не увидел просто-напросто. Ладно, все это исправим дело. Так, вот здесь уже стоит фонарик. Так, я надеюсь, я правильно иду в шахты-то в свои. Это для того, чтобы пошли ко мне поставки камня. Так, потом расширим мы с вами таверну. Так, грузы. Угу, вот это убираем и вот так вот ставим. А чё ты не бежишь? Парень, чё ты стоишь и ждешь? Так, здесь вот таким образом. Неужели они должны быть все назначены именно на камень? Погоди-ка, погоди-ка. А почему? Почему они не бегут? Ладно, я создам себе тогда камень здесь. Какая разница, да? Там делать это или здесь? Так, для того, чтобы камень нам получить, что нам нужно? Я хоть правильно встал-то сюда, нет? Или мне надо вот здесь вот создавать? Кусок камня. Так, надо вот на эти... О-о-о-о, побежали, побежали. Побежали, сразу заработало все. Да выброси ты эту каку. Ребят, это, по-моему, не камень, это, по-моему, у нас мрамором тут все завалено. Вот что я тебе хочу сказать. Вот почему они ничего и не делают. Значит, нам нужно с вами, знаете, что сделать? Построить еще палеты. А смогу ли я? Склад камня. Нужно 8 досок и гвоздей 8, да? 8 досок, 8 гвоздей. Гвозди. Понятно. Это мне нужно вот здесь, да? А для того, чтобы сделать гвозди, нам нужно железо. А чтобы железо, нам нужна руда. Да чтоб вас растеребунькало всех. Выкинь ты, говорю. Складировал, складировал. Теперь все это, ребят, придется убирать. Ну, как у вас тут производство идет? Так, давай-ка мы... Ладно, фиг с ним. Сейчас они будут потихоньку, ребят, добывать. Все это выкладывать. А мы пока здесь камешек сами поставим на палеты. Вот, только положил, он сразу понес ко мне. Сразу же Шемин там просто побежал. Подорвался парнишка. Давай еще положим. Видите, да, ни одного зомбаря уже нету. Они все потащили ко мне камень.
Так, ну что, а мы с вами сделаем сами туда, вручную. Там нам нужно 30 камней, да? Плюс у меня уже немного камней есть. Давай, создаем. Блин, с энергией проблема, ребят, с энергией проблема. Так, 8. Придется ягодки, наверное, лопать. Не хотел я это делать, но придется. Все, я думаю, 30 камней у меня есть, да? 30, так, детали и брус у меня тоже есть. Ну что, теперь летим в нашу таверну и будем ее, ребята, расширять. Ну-ка, посмотрим, как у меня преобразится местечко. Показывай, пожалуйста. Ох ты! Оу! Слушай-ка, камин тут у меня появился. Эй, круто! Так, бочка какая-то. Еще стол. Короче, нам нужны доски, брусы и гвозди. Доски, брусы и гвозди. Поехали домой, по-быренькому сбегаем. Наберем, наверное, штучек 30 того, того и того, да? Гвоздей, брус возьмем с вами, ну и досок. Или же нет, ребята, нет. Мы сделаем так, сейчас я сохраняюсь, а уже в следующей серии будем обустраивать нашу таверну. И это все делается для того, чтобы Адам мне отдал свои глиняные черепки. Без них, как говорится, мы ничего дальше сделать не сможем. И, конечно же, нужно будет, опять же, огромная куча алкоголя. Без него никак. Ну что, друзья, давайте будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И, как говорится, до новых скорых видосиков. Удачи вам!